точностью до сотой доли миллиметра. 20 мая отмечается Всемирный день метрологии, самый точный из всех точных наук. В Первоуральске работает целый цех, отвечающий за поверку средств измерений. Кто в нем трудится, расскажем в сюжете. Работа идет исключительно в белых перчатках. На точность измерений при поверке микрометра не должно ничего повлиять, даже человеческое тепло. Светлана Лузянина уже 36 лет работает на Первоуральском новотрубном заводе ТМК, 26 из них метрологом. Ежедневно через ее руки проходит порядка 30 средств измерений. Сейчас определяем уже метрологические характеристики, основную погрешность микрометра. К Светлане и ее коллегам обращаются почти из каждого подразделения предприятия. Благодаря профессионализму метрологов завод аккредитован в национальной системе аккредитации в области обеспечения единства измерений. То есть специалисты предприятия имеют право проводить поверку средств измерений. А при появлении новых требований и приборов сотрудники повышают уровень знаний. Все время осваиваем новые технологии, новую технику, новые методики поверки. У нас постоянные учебы. Мы постоянно повышаем квалификацию. То есть на месте мы не стоим. 20 мая Светлана Лузянина и ее коллеги, отвечающие за точность показателей, отметят свой профессиональный праздник – Всемирный день метрологии. В 1875 году в Париже в этот день 17 государств подписали первое соглашение о научно-техническом сотрудничестве. На ПНТЗ лаборатория метрологии была основана в 1955 году. На сегодняшний день первоуральцы имеют 130 собственных эталонов и приспособлений, по которым и проводится поверка измерительных приборов и инструментов. Светлана Леушина тоже работает в цехе средств неразрушающего контроля и метрологии. Ее специализация – электротехнические средства измерений, то есть приборы, определяющие электрические параметры. Девушка посвятила этой профессии уже 12 лет. За все эти годы ни разу не хотела сменить работу. Все потому, что осознает значимость специализации. Метрология на заводе необходима для того, что это влияет на качество продукции, на деятельность нашего предприятия. Метрология очень важна во всех сферах нашей жизни, потому что это и торговля, и промышленность, и медицина, и строительство, и экология. В цехе трудятся 32 специалиста-метролога. Ежегодно они обслуживают более 50 тысяч средств измерений. Угломеров, рулеток, штангенциркулей, регуляторов. То, без чего невозможна успешная работа предприятия. Екатерина Сердитых, Евгений Шилов, новости Первоуральск.